Очередное заседание законодательного собрания Приморья началось с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших при пожаре в Кемерово. Общенациональный траур по всей стране. К противопожарной проверке торговых и детских развлекательных центров присоединятся и приморские парламентарии. Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. В повестке сегодняшней сессии 34 вопроса. Среди основных – компенсация аренды жилья детям-сиротам, 5000 рублей для жителей Владивостока, 3000 в других населенных пунктах. Это проблема для Приморского края. У нас сегодня более 6000 детей, которые имеют право на получение соответствующих квартир. Поэтому мы поэтапно таким путем будем стараться оказать им социальную поддержку. В ходе заседания парламентарии приняли решение обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона об обращении с безнадзорными животными. Сегодня этот вопрос никак не регламентируется. Первое чтение этот законопроект прошел в Государственной Думе еще в 2011 году. А вот второе не прошел. Еще одно обращение к министру образования и науки Ольге Васильевой и к министру здравоохранения Веронике Скворцовой об увеличении квот в медцентре ДВФУ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Наш медицинский центр ДВФУ является флагманом на сегодняшний день оказания высокотехнологичной медицинской помощи на Дальнем Востоке. И возможности у этого центра есть гораздо выше. То есть его потенциал используется на 70%. И то задание, которое он получает, не позволяет нашим пациентам получить помощь. И вы сами слышали в моем докладе, что 1400 человек, которые могли бы получить помощь еще в 2017 году, они ожидают этой помощи на 2018 год. Кроме того, в ближайшее время депутаты направят обращение председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением перенести действие постановления правительства об увеличении утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на 1 сентября 2018 года. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.